Сейчас покажу, как на чем добраться до аэропорта железнодорожного вокзала Хельсинки. Вот выходите с вокзала, центральный выход, или вот сбоку подходите на автобусную стоянку. И вот смотрите, прямо напротив, вот он стоит, автобус. Вот 615, видите? Лента Сема называется. И вот она, эта остановка. Только я не знаю, что-то он не работает, что ли. Сейчас подождем. Буду ехать, запишу. Вот время. Вот такая вот площадь. Каток. Время плюс 2 градуса. Так, ну все, я поехал. Оказывается, это был не мой автобус. 78Н. Значит, мой автобус 615 должен быть здесь, на 7-й остановке. Вот так вот выглядит карта. Смотрите, подъехал автобус 614. Вот здесь дисплей есть. Ну-ка, сейчас. Вот. 615 подойдет через 15 минут, а 614 уже подъехал. Вот наш 615. 15 минут осталось. Время в пути где-то пишут примерно 40 минут. Вот 614 поехал. Сейчас будем ждать 615. Вот туман. Надеюсь, я успею на рейс. И еще, я вот только что разобрался, что означает Т1 и Т2. В общем, это терминал 1, это терминал 2. Мне нужен терминал 1, значит, выходить вот где-то вот здесь. Можно, кстати, установить вот такое приложение, покупать билет онлайн. Но я заплачу наличными. А так можно и оплатить так. Вот такая вот схема. Ну вот он, маршрут. Вон та. Здесь аэропорт находится. Ну все, сейчас подъедет автобус, и я дальше засниму. Ну вот, залез автобус. Здесь можно оплачивать только наличными. Вот стоимость билета 5,50 евро. Ну, надеюсь, я успею. В 10 часов у меня уже заканчивается регистрация. Так что посмотрим. Вот такой вот автобус. Ну, поехали. Судя по всему, я опоздаю.
специальная полоса для автобусов. Видите? И никто ее не занимает. Крайняя правая полоса выделена для автобуса.
привез меня автобус в терминал 2, а мне нужно в терминал 1 пройти вот в таком вот, не знаю, специально выделенное место. Пока ехал, в общем, терминал 1 находится где-то здесь. Мне осталось 20 минут до конца регистрации. Как пока дойти, не знаю. В общем, терминал 1 где-то впереди. Так, идем дальше. Идем. Тут какое-то строительство идет у них. Что-то строят везде. Видимо, новые здания. Тут как в лабиринтах. Найди, попробуй. Указателей никаких нет. Ну, сам не знаю. Ужас. Так, ну ладно. Вот написано Т1 направо. О как. Так. Ладно. Вот я просмотрел, пока шел, здесь указатель. Т1, Т2. Значит, все-таки вход где-то там. Неужели я не туда пошел? А? Снова. Итак, сейчас возвращаюсь. Он же шел под указателями, так как и не увидел. Времени потерял. Так, мой терминал Т1, Т1. Ладно, сейчас будем снова. Istuimen alapuoliset tilat sekä istuimen yläpuolella olevan säilytyslokeron. Toimi varoen avatessasi säilytyslokeroita, koska tavaroita saattaa pudota ulos. Jos sinulla on kierrätettäviä esineitä, aseta ne poistuessasi istuimille lentokoneelle.